Октябрьская погода оказалась благосклонна к сибирским земледельцам. И сейчас хозяйство Курагинского района заканчивает уборочную страду. Осталось убрать зерновые менее чем на 3% площадей и 10% площадей, засеянных рапсом. Хочется отметить, что среди предприятий полностью завершили уборку зерна в закрытом акционерном обществе «Имиское». Фермерские хозяйства нашего района также завершили уборку урожая. Наивысшая урожайность зерна – 30,3 центнера с 1 гектара – получена в крестьянском фермерском хозяйстве Татьяны Переваловой из села Поначева. Несколько дней назад съемочная группа Курагинских новостей побывала на полях акционерного общества «Березовское». Механизаторы этого хозяйства стабильно находятся в числе передовиков трудового соревнования. Молотим, убираем пшеницу. В этом году были какие-нибудь трудности с уборкой? Ну, погода не давала. А так вроде бы трудности, техника не подводила. Только погодные условия маленько не дают. Уборочная затянулась, но ничего, наверное, успеем все убрать. Николай Бондаренко приехал в Курагинский район из Хакасии и вот уже 20 лет трудится на его полях. Его родители тоже работали в сельском хозяйстве. Продолжат ли традицию дети, говорить рано, они еще слишком малы. Водитель Александр Ельницкий родился в Березовском. Здесь и работает уже 7 лет. Как для многих тружеников сельского хозяйства, главная забота в страду – погода. Да, проблем особо никаких нету. Проблема одна – погода, погодные условия. А так особо никаких запчастей, все есть. Работа идет, кипит, сами видите. Заготовка кормов во всех хозяйствах района проходит успешно. Кормообеспеченность на одну условную голову крупнорогатого скота уже превышает плановый показатель на 15%. Механизатор Виктор Крылов работает на закладке силоса. Идет утрамбовка бурта. Ну, утрамбовка кормов кукурузы. Он родился и вырос в деревне. В летнее время работает в поле, зимой на ферме. Все земледельцы района очень надеются, что уже ничто не помешает в завершении уборочной кампании.